В областной филармонии имени Газизы Жубановой состоялось чествование работников культуры и искусства. Специально для них организовали яркую концертную программу. Работников культуры с наступающими новогодними праздниками поздравил аким области Бердбек Сапарбаев. Сегодня в области насчитывается 3083 работника культуры. С 2014 года сферу культуры объединили с архивами. Работников архива в области насчитывается 13. Также в регионе работает 207 клубных учреждений и 239 сотрудников различных библиотек. С поздравительной речью перед собравшимися выступил аким области Бердибек Сапарбаев. Глава региона отметил, что в следующем году необходимо открыть центр имени Жубановых, где смогут заниматься дети. Кроме того, в области появится новый музей. Мы у нас поддерживали, будем поддерживать, особенно в отношении финансирования. Как бы ни было, финансирование в сферу культуры, а образование, здравоохранение, культуры сокращаться не будет. Это главная политика нашей страны и нашего президента. Желаем вам здоровья, творческих успехов, семейного благополучия. Наступающим Новым годом. В ходе торжественного мероприятия состоялось чествование лучших работников культуры и искусства. Благодарственные письма и сертификаты панно от аким области Бердибека Сапарбаева получили 16 человек. Были отмечены лучшие режиссеры, актеры, работники архива и библиотек. За лучшую женскую роль была отмечена актриса русской труппы областного драматического театра имени Тахауи Ахтанова Ангелина Недюжина. За 23-летнюю театральную карьеру она сыграла не один десяток ролей. Актриса была задействована как в драматических, так и в комедийных постановках. Новый сезон в театре стартовал в конце сентября. И до конца года актеры подготовили для зрителей около 30 взрослых и порядка 50 детских спектаклей. Закрывая вот этот 2016 год, наш Актюбинский областной драматический театр имени Ахтанова идет сейчас, ну, если не семимильными шагами, то во всяком случае объемными, большими шагами вперед. Хочется отдельно сказать спасибо большое руководству за поддержку. Отдельное спасибо сказать, конечно же, нашему акиму области, господину Сапарбаеву. Сказать огромное-огромное спасибо зрителям, всем тем, которые нас поддерживают. Буквально за эти 5 месяцев мы открыли театральный сезон. У нас нет ни единого дня, театрального дня, когда идет спектакль, а пустых залов нет. Еще одним подарком для работников культуры и искусства стала концертная программа, подготовленная в том числе и подрастающим поколением. Николай Сырбов, Жанадиль Сагиев, Казахстан, Актобе.